Всем привет! Уже в такси еду в аэропорт. Предстоит поездка на охоту в район Геленджика. Даже не представляю, что меня ждет. Никогда не был в этих местах на охоте. Много раз был еще в спелеологических своих изысканиях. Один раз даже, когда там в лагере, по-моему, еще в школе, отдыхал в Архипе Осипов. Никогда не охотился. Очень интересный новый опыт. Что выйдет, не знаю. Ну, вам-то я завидую, вы фильм посмотрите и уже будете знать через несколько минут. А для меня пока неизвестность. Пару слов скажешь? Едем на охоту. Очень переживаю. Добудем что-то, не добудем. Не знаю я. Это синтетика. Она не летает. Ну, Степ, когда мы вдруг узнаем, что летает, будет поздно. Будет поздно, да. Я рвал много раз. Я понял, понял. С этого все начинается. Да херня, я сто раз так делал. Сто раз так делал, да. Металлический трос, он эластичный. Да хрен с ним, Степ. Ну, а что нам? От того, что ты будешь стоять на 5 метров ближе, он же быстрее не дернется. Ну и все. Сразу же. Можно побольше надо. Да, сразу же поменяется. Так что все по чесноку будет. Выдвигаемся на номера. Так.
Парни, загон закончился, можно смотреть. Прием. Закончился. Смотри, я уже ниже тебя прошел. Так. Он был ранен. Ну, там должен лежать, по идее. Больно далеко. Ты с какого расстояния стрелял? То оттуда. Я вижу козла-то. Для меня он вот здесь где-то должен быть. Вон. Лежит, нет? Ну, достал, значит. Ну, прости, что было. Вопросов нет. Фотографирую, видео сниму, посмотрю. Ну как, нет. Нормальный козел, ты что, ты попал я неплохо. А, то есть тут такие они по размеру есть, да? Ну ты же не сибирская косуля. Давай видео сниму, или сфотографирую через, скажешь. Ох. Ой, пуля упала. Мне в глаз попала соринкой. Это ты... Ебать. О. Или ты тут стоял? Вот там я. А. Ну нормально, что, и по месту. У него скорость. Он пробежал. Единственное, что я камеру не включил, но это, запись есть. Давай, и телефон. Я телефон наставил там с ружьем совсем. Я не вижу в открытый прицел. Глаз слезится, там соринка. Думаю, сейчас промахнусь, пап мясом съедят. А он уже вдох. Вот это не твой выстрел. Не мой? Нет. Он уже в такой в крови бежал. Ага. Он сюда, а я почему-то решил, что он где-нибудь вот так побежит. Я его это потерял. Антон, у нас собаки нет, только козел, прием. Первый трофей. Косулька местная. Ну, самец, как видите. Вот он, видите, этими шишками. Стрелял достаточно далеко. Примерно метров 90 получается. И как, всегда, как по закону подлости, пока шел, засадил себе веткой в глаз. Глаз слезится, право, ни хера не вижу, а стрелял с открытого прицела, птика не сильно нужна. Вот. И вот такой результат. С полем тебе. Да, спасибо. Спасибо тебе, потому что ты все это организовал. Вот такая местная косулька. Ну, а тебе, Степан, могу сказать, что это нормальный размер европейской косульки. Ну, в данном случае, кавказской. Я понял, вот буду так знать. Что, понесли его? Да, наверное, да. Там на дороге обдерем. Ты стрелял первый, да? Ну да, и надо смотреть ее. Ты попал. Это она? Да, да, это она. Надо смотреть. Это... Их было две. Это он. Он, я уже выбирал его побольше. Но он упал. Ну? Охуенно, я такого никогда не видел. Он ёбнулся сразу, я второго. Выцеливаю, он съебался. Я возвращаюсь к первому. Он стоит на меня, смотрит, бля. Как? Уебал! Не, слушай, он бежал. Вот а это он точно? Да. Ну, я в него стрелял, он упал после этого. Нет, я имею в виду, у него... Я не знаю, это Степа видел. Он прошел, идет мимо меня, бежит. Я вскидываю, у меня коллиматор что-то там какой-то автоматический. Смотри, ты же его с нарезняка стрелял? Конечно. Да я видел, это твой козел. Мой, да? Это 100% твой. Я говорю, он бежит. Просто ее нужно искать. Вскидываю, у меня коллиматор что-то стормознул. Там то ли его в какую сторону? Короче, я побежал его догонять. Не, у меня я в этом. Ты видел на этом кровь? Да. Тогда не знаю. Где? Точно он, а прости, где кровь-то? А, я надо вон туда вернуться. Я подошел. Надо смотреть. Так, я нет. Далеко не убежит. Слушай, ну до этого, блядь, скрыть, посмотреть. Он, не он. Ну что, может, гляньте, еще пройдете? Да, я пройду. Так, что этого тогда? Давай, нет. Я тут маленько качок. Давай я потащу, а вы поищите.
Да это этот. Может и не этот, хер уже. Ну он, не видишь, бочине тоже какая-то есть. Поставил коллиматор, куртку скинуть. Жилетку одеваю, смотрю, бежит. Закон подлости. Стёп, так всегда бывает. Знаешь, как обидно, где жилет? Не, все-таки давайте его по-нормальному, до кустов и до кого, блядь. Нож здесь, все здесь, уже дотащим, уже чуть осталось. Вдвоем только удачно. Странно, да? Да. Оп. Удивительно даже. Я его просто не ждал бы слева. Куда-то ломанулся, думаю, чё, Стёпа, куда его там? Не по тому маршруту. Куда его несет этого Стёпу? Вот за ним. Ну я понял, понял. Стой. Стой, давай отдохнем. Отдохнем, а я пока рюкзак сложу. Вот он. Отсюда я стрелял, ты спрашивал, откуда? Хороший выстрел. Теперь, Стёп, будешь мне верить, что могу без картечи обходиться? Хорошо, не олень. Ну, Стёпа, молодец, долго сам протащил, то мы вдвоем корячим. Блин, здоровый, Стёпа. Ну, уже, считай, все, дошли, вот она, дорога. А что так-то? На земле не проще? Подвесить его за ногу. Вон, смотри, вот она, картечь. Ну, вот картечь. Вот картечь. Все, это а, все, нашли. Картечь, все, картечь. Нашли, картечь. Нашли третьего. Картечь. Да, все, одна.